Всем привет! Сейчас я покажу вам очередной комплекс упражнений. Но упражнения наши будут непростыми, а для восстановления после травмы мениска. Для начала примем положение лежа на спине. Задняя часть колена плотно прижата к полу. Носки стоп натяните на себя. Удерживайте их в таком положении несколько секунд. Расслабьте ноги и повторите 10-20 раз. Следующее упражнение. Также лежа на спине, обе ноги оторвите от пола и разведите их в стороны. Затем соедините и расслабьтесь. Повторите это упражнение 6-10 раз. Для следующей позиции мы встанем. Больную ногу оторвите на 10 сантиметров от пола, как будто собираетесь шагнуть. Поставьте пятку на пол, выпрямите ногу и напрягите мышцы бедра. Задержитесь несколько секунд в таком положении и расслабьте ножку. Повторите 6-10 раз. Для следующего упражнения нам понадобится стул. Встаньте на обе ноги, возьмитесь за спинку стула и начинайте поочередно передвигать носки и пятки, не отрывая от пола, то в одну, то в другую сторону. И повторите это 6-10 раз. Хорошо, вернемся на исходную позицию. И для последнего упражнения нам нужно лечь на пол на живот. Вытяните вперед руки. Максимально согните колено больной ноги. Задержитесь в таком положении несколько секунд. Медленно опустите колено. И расслабьтесь. Повторите 6-10 раз. Будьте здоровы и берегите себя!